Вопрос: какая польза от алоэ вера для кожи и для лица? Смотрите, алоэ вера, если вы используете косметическое средство, основой композиции которого является алоэ вера, то это для увлажнения эпидермиса. Да, алоэ вера – это штука, которая очень глубоко проникает в ткани и проникает, насыщая эти ткани водой. Это очень ценно. То есть фактически это увлажняющее вещество растительного происхождения, натуральное, которое очень широко, особенно алоэ барбадосское, например, алоэ вера, используется в косметической индустрии. Поэтому если вы видите алоэ вера как основа композиции или алоэ барбадосская как основа композиции, то это очень хорошо. И это значит, что ваша кожа под защитой в плане увлажнения, а кожу надо увлажнять, безусловно. Но также понимаете, что вряд ли это как-то глубоко зайдет глубже базальной мембраны. Хотя, это такое возможно на самом деле. Все, что смешано с алоэ вера, это вот эти вещества, будь то витамины какие-то или экстракты трав, которые используются для создания данного космического средства, у них больше шансов проникнуть глубже. А нам очень важно, чтобы косметическое средство, полезные ингредиенты подавало как можно глубже. Но алоэ вера можно использовать и перос, то есть через рот, и многие этим пользуются, девчонки. Это замечательный аперитив, сок алоэ вера, у меня тоже есть, я его использую, знаете, он такой кисленький, для разжигания огня пищеварения, потому что если вы лучше перевариваете пищу, значит, вы лучше будете строить свой коллаген-эластин. То есть тут такая вторичная выгода для тканей лица. Некоторые девчонки говорят, что используют алоэ вера. Я использую только алоэ вера производства NSP. У меня большой опыт на этом продукте. Используют как тоник. Ну, немножечко подпекает, немножечко вот такое печенье есть. Поэтому попробуйте. Если у вас еще нет дисконтной карточки NSP под этим видео, как получить дисконтную карточку NSP? Тынкните и попадете в интернет-магазин. А также приходите на курс. Курс называется «Ухоженная женщина». Выбирайте тот пакет, что VIP. Это 6 занятий, на которых мы поработаем с костями лицевого мозгового черепа, с осанкой, на которых мы поработаем с мимической мускулатурой. И тогда тканям лица, именно вот то, что вы видите, кожа, станет легче, потому что лучше бы они были надеты на красивую осанку, функциональную осанку, и находились над гладкими, красивыми, без гипертонуса мышцами, мимическими мышцами лица. Это очень важно, и это точно работает.